Всем привет, мои дорогие! Очередная коробочка моего заказика. Заказик у меня сегодня будет очень разношерстный, потому что я посмотрела, какие-то ножи нужно менять, их почему-то загнули, что-то еще. Очень разношерстный, да, может, если так можно выразиться. Итак, первое, это, конечно же, у нас совсем закончился коктейль Wellness. Я его очень люблю пить в путешествиях. В путешествии мы с мужем выпили 3 пачки, потому что где-то не хотелось идти на ужин, где-то не хотелось идти на завтрак. Выпил коктейль и все, как бы сидишь в номере, хорошо. Особенно, знаете, перед выступлением, когда выходишь на сцену, и тебе с утра рано как где-нибудь на сцену, да, нужно же утром встать, повторить и так далее. Вот для меня, например, там 11-10 утра, это очень рано, потому что я хочу еще раз повторить презентацию, в голове как-то вот все, да, особенно если тренинг 2 часа. Мне не хочется, что лишних каких-то разговоров, хочется сохранить энергию, и вот прям этот полноценный завтрак меня очень даже устраивает, потому что вкусно и реально полноценно. Артикул 156-54. Почему я говорю, что полноценный? Потому что, ну, посмотрите, да, просто поставьте на паузу и вот это все прочитайте. Это просто круто. Тут и лизин, и тезерин, и лейцин, и глицин, и аланин. В общем, чего только нету. И на самом деле вещь мега крутая, так отсвечивает, да, вот если вот так сделать, то тогда будет очень даже все хорошо видно. Тут и коактив, который помогает, сжигает жиры, тут и фосфолипиды, тут и белок, и биотин, и пребиотик. Все, что нужно вообще для нашего здоровья. Специально к нему, конечно же, я покупаю шейкер, вот тут вы его увидите, фото шейкера, да, и артикул. Очень хороший коллаген коактив, мне очень нравится. Далее, вот такая вот красота. Это охлаждающий гелевый пластырь для тела. Чем он мне нравится? Тем, что он действительно работает, когда у человека, допустим, жар. Когда не знаешь, как скинуть температуру, не хочется давать таблетки. Вот реально хорошо помогает. Я это проверила и на ребенке, и на муже, и на себе. И могу вам сказать, что работает, охлаждает на ура. Ну, конечно, я мужа еще и по пояс открывала. Он у меня на школе развития человека выдал температуру 39. Я пока бегала туда-сюда, да, его лечить, мне еще кто-то нагрубил, что вот, видите, Кононова не захотела с кем-то сфоткаться. Хотя, блин, ну вот хоть разорвись. Я все-таки мужа выбрала и бегала к нему в домик проверять, как у него вообще состояние, чтобы следить за ним. Ну, мне кажется, что мнение чужих людей, оно не должно касаться, когда дело касается здоровья семьи. Вообще, эти пластыри, они для всего. Перегрелись на солнце, жара невыносимая, можно на руку приклеить, там, ближе к плечу, куда-то еще приклеить, чтобы не было так сильно жарко. Но, допустим, там гулять по курорту с какой-то штукой на плече, мне бы вот лично не хотелось, да? Вот, а длинный рукав одевать ради этого тоже сильно не хочется. А вечером уже не жарко, когда одеваешь длинный рукав, уже все нормально. Но от температуры замечательно, просто замечательно помогает. Артикул 910-104, очень хорошие охлаждающие гелевые пластыри. Далее, вот такая вот красота. Тут у меня их 2. Аж прямо красоты. Это я буду отправлять свекрови в деревню. Ей очень нравятся эти штуки. И они очень давно у нас уже в компании. И всегда-всегда пригождаются. Потому что, во-первых, эти ведра, а это ведра, они занимают реально мало времени. Они реально надежные. Я сколько-то, не знаю, может 2, может 3 года назад купила по ведру себе домой. Потом купила по второму ведру, мало ли что, да. И ничего с ними не происходит. Они великолепны. Даже один раз они у меня ночевали всю зиму на балконе, зимовали, вернее. Артикул 118-65, вот это 5-литровая, 29 на 26,5. Оно, во-первых, очень удобно, да, его так вот рукой держишь и открываешь. То есть можно открыть одно деление, можно все открыть деления, да. То есть вот таким вот образом, чтобы камеру не стукнуть, да, на столе мало места. Да, то есть таким вот образом делаете. И вот такая вот 5-литрушечка маленькая, удобненькая, хорошенькая у вас стоит. Да, такое вот ведрышко получается. Следующее ведро точно такое же, только 10 литров объем, размер 31,5 на 25,5. Расправляется реально легко и просто, да, то есть вот такое вот 10-литровая, вода в него удобна, прочный такой, пластик у него идет, все великолепно и складывается тоже по-простецки. То есть все, я его сложила, никаких проблем нет, видите, все удобненько. Далее вот еще такая вот красота, заказала ряд ножей, артикул 910-007 у поварского ножа, ну он реально прям большущий нож. Это прям тесак такой. Очень такой хороший. Вообще ножей в доме должно быть много. У нас бывают моменты, когда мы увозим все ножи к папе в деревню, там их точим, и у нас реально не хватает ножей. Большой нож для меня, как для дочери повара,
прям жизненно необходим. Я обожаю большие ножи, я маленькими ничего не крошу. Я просто маленькими не умею, я могу 100 раз порезаться. Так, дальше нож Санатоку заказала себе. Так, у него артикул 910-006. Вот такая красота. Все ножи идут в чехле, что очень мега прям удобно лично для меня, потому что маленькие ножики мы с собой можем даже взять в багаж дорогу. Раскладной нож у меня, помню, как-то на досмотре отобрали, потому что я его в переноске носила. Ну, такие большие, конечно, с собой не беру, но очень удобно все шинковать таким вот образом. Прям мега удобно. Они долго тупятся, что мне понравилось. Надо постараться, чтобы их затупить. Такая вот красотища. Видите? Если взять, так они практически одинаковые. Прям кисаки такие. Так, третий ножик. Это нож для овощей. Ну, вы, я думаю, поняли, да, что это такое было задание по драйву. Нож для овощей. Вот этот у нас почему-то весь изогнулся. Я так и не поняла. Артикул 910-003. Так, тоже такая красота. Маленькая, удобненькая, с логотипом Faberlic Home. Довольно-таки остренькие ножики. Баловаться ими страшно. Следующий нож идет Санатоку мини с артикулом 910-005. Такая вот красота. Вот говорят, ножи не дарят, но упаковано очень красиво. И, конечно же, такое прям очень мило смотрится. Ну, то есть такой вот ножик. Ручка деревянная у них у всех. Все, в принципе, одинаково. Чехол, видите, подходит, одевается, все хорошо. Прям чехол такой приятненький, да, можно с собой на природу взять, не бояться, что кто-то порежется, там, неправильно возьмет, то есть полностью все безопасно. Очень-очень удобно, что с чехлами. Следующий нож универсальный у нас с вами получается с артикулом 910-004. Тоже такая красота, налей куча. Так, ох, лапота. Обожаю что-то новенькое на кухне, прям очень люблю. Да, тоже хорошенький такой ножик. По драйву он был со скидкой, и еще 30 драйвов давалось. А по программе драйв разыгрываются и поездки в разные страны, и там и деньги, и все разыгрывается, очень много чего. Поэтому и ножи обновила, и, конечно же, в драйве поучаствовала. Так, следующая красота у нас с вами идет такой вот коробочки, артикул 94-94, набор для маникюра и педикюра. Честно сказать, беру с собой, но, конечно же, не всю упаковку. Один у меня остался в запаснике, я его вот сейчас дома достала, а один, которому было, я не знаю, года, наверное, 3, увы, остался где-то в отелях. Я очень часто беру с собой лак Faberlic. И в длинных поездках, из-за того, что я пью ваты, у меня очень сильно стали расти ногти. И я с собой беру лаки от компании Faberlic. И вот такой наборчик, чтобы сделать быстренько маникюр. Но все насадки мне не нужны. Я просто вставляю, например, вот эту вот насадку и везу его таким образом с собой. И он просто отлично спиливает и поверхность. Вот так вот. Ну, тут сейчас нету батареек, то есть он идет на батарейках, что очень удобно с собой брать. Я нажимаю, я подпиливаю ноготь вот так, тут же вылазит, некрасиво бывает. Потом, значит, я убираю вот так вот кутикулку, тоже подпиливаю, но он сейчас очень, конечно, острый. Снимаю верхний слой ногтя. Иногда бывает, что вот тут вот край сильно отрастает, да, когда вот тут отрастает, тут вот этот переход отрастает. Я все это спиливаю, как фрезой обычный, да, это же обычная фреза. Спилила аккуратненько, хотя это для педикюра. Вот такие большие штучки, это для педикюра, это для полировки, но вот это все у меня остается всегда неиспользованным. Я только вот эти две фрезы использую. И сама упаковочка так немало весит, поэтому я беру с собой вот так и все. Что уже есть, то уже есть. И мне эта фреза больше нравится для ногтя, да, для своего ногтя. То есть я подпилила, вот этот переходик подпилила у каждого ноготочка и наношу уже лак Faberlic. На живых ногтях, не знаю, не пробовала, но на вот нарощенных ногтях, да, укрепленных, как бы так сказать, ногтях, тут получается очень интересная штука. Держится просто по 10, по 15 дней, и я преспокойно доживаю там, например, свой отпуск или свою командировку. Очень нравится, пилит отлично, пилит все, даже нарощенные ногти. Все великолепно, и гелевое покрытие, и все прям суперски спиливает. Тут идет подготовка к работе, говорят, поставьте тут фрезу, какую надо, вставьте батарейки, ну и пилите, в принципе, никакой тут особой такой подготовки, там чего-то еще, ну, нету. Все в пределах нормы. Далее, ну, тут можете посмотреть мой отзыв о этой туши. Это просто
обворожительная тушь. Заказала 10 таких штук. Почему? Потому что 3 у меня заказал мой мастер красоты. 3 штучки заказала. 3 штучки заказала у меня знакомая. В общем, я себе одну в запаснике урвала. А почему? Потому что была акция по 133 рубля. Они ко мне приходили домой. Одна ногти пилила, другая волосы красила. Третья массаж делала. И так получилось, что массаж ребенку, да, моему 10-леточке. И так получилось, что мы с ними разговорились все про эту тушь. Я говорю, знаете, за 133 рубля, акция была, да, 133 рубля тушь по моему ценнику с 26% скидкой. Я говорю, весь день проносишь. Я говорю, хоть ночь проспи, все равно кайфанешь с утра, и у тебя будет ресничка к ресничке. Они у меня все взяли, все заказали, потому что я им дала новую тушь, они все по очереди ей накрасились. Поэтому 50-68 теперь мой прям фаворит. Очень крутая тушь, никакой там аллергии, еще чего-то, кто боится, да, то есть ничего этого нет. Далее, Beauty Cafe Caprice, это парфюмерный гель для душа, очень вкусный такой, грубый, женский, приятный, аромат такой женственный, 8104, цветочно-грубоватый, такой очень приятный, я люблю его. Дальше, универсальный крем с аргинином, это, конечно же, находка в компании Faberlic, все синяки можно помазать, и царапины, и все прочее. Он заживляет с помощью экстракта имбиря, каштана, донника, листьев подорожника и так далее, то есть очень такой хороший тут состав, 12,79. Далее, мягкое отбеливание. Эту я зубную пасту иногда применяю себе, там, перед фотосессиями, еще куда-то, потому что я жуткий кофеман, зубы желтеют. 22,46. Так, хотела заказать по 10 масок, заказала по одной маске и, честно сказать, расстроилась. Потом, значит, мне пришло все по одной. Ну, там, знаете, сайт висел, обновление за обновлением, я вроде бы исправляла. Ну, вот, честно, по одной штуке почему-то. Так, значит, с артикулом 157,4, 15,74, вот тут вот, увидите, как она смотрится. Это просто невероятная маска B-Royal, абсолютно недорогая, со скидкой я ее могу и 15 штук взять, потому что девочки, которые приезжают ко мне на воронку и так далее, я им прям по маске выдаю, перед макияжем они сидят, свое личико преображают, великолепнейшая просто маска. А вот эта маска, она выравнивает тон кожи просто на ура. Это такая идет гидрогелевая маска, да, зомби-апокалипсис, yes. Да, вы увидите. И вот эта маска вообще наикрутейшая просто штука. Очень-очень мне понравилась. Слушайте, что ж, где же у нее артикул? А, вот артикул 1384. Маска тоже просто реально выравнивает просто все лицо, делает его ровным, гладким, омолаживает, подтягивает, освежает, очень сильно освежает, как будто вот стирает несколько лет жизни с лица. Это очень приятно, особенно, знаете, вот после дороги. Так, еще один beauty кафе. Так, это моя любовь, такая темно-зеленая любовь. Да, вот видите, такая вот зубная паста. Очень люблю эту зубную пасту за вкус. Мне очень вкусно, и она еще идет как кислородная профилактическая, комплексный уход, идет забота о деснах и свежесть дыхания, и защита от кариеса, то есть все три в одном. Пользуюсь с превеликим удовольствием, 24-44. Беру маленький тюбик, потому что такие тюбики я с собой люблю брать в командировку, за большие тюбики у меня уже стоят дома. Дальше, вот он тот самый коллаген, который я заказала, чтобы его пропить самой себе, потому что ничего не поняла, артикул 158-76. Вторая штука. Далее я взяла хлореллу спирулину. Это мы даем Викусе, потому что она напрочь лишена желания кушать зелень. А зелень ей очень нужна, поэтому Викусе у меня пропивает вот эти водоросли. Каждый день по 5 таблеточек мы толчем, разводим в водичке и сразу с ложечки даем выпить. Артикул 157-57. Я считаю, что это очень важно для детей, которые зелень не любят. Еще ростки пшеницы витграсс мы заказываем. Далее это у нас идет сменная насадка для роликовой пемзы. Артикул 96-55. У меня есть роликовая пемза от компании Faberlic, которая уже не производится в компании, она уже не продается, а сменные насадочки до сих пор отлично пилит пятки, просто великолепно. Я даже как-то раз, мне надо было ногти укоротить, ну нечем было, то ли пилки у меня не было, то ли что, я взяла вот так, приложила ноготь и спилила очень быстро. У меня муж смеялся вообще, то есть она, это просто зверь, она отпиливает все на свете, поэтому нужно быть осторожнее и аккуратнее, то есть вы не сами трете, а включили, она у вас крутится и работает. Не выдержала моя душа, все-таки сходила я за этими двумя аппаратами, да, но это уже видно, что испиленное старое. А вот это я недавно, видите, маленькая. Я беру ноготь и просто, например, хочу подровнять, спилить. Просто великолепно все отпиливает. В дорогу с собой такое взять, это одно удовольствие. Все вот эти вот заусенечки спиливаются. Видите, аж пыль только летит, и никаких проблем нету. Укаживаем и вокруг ногтя,
потом маслицем, конечно же, и ухаживаем за самим ногтем. Да, вот видите, вот тут есть отслоечка, я эту отслоечку мгновенно убираю и живу дальше спокойно, что у меня нет никаких отслоек, и эта отслойка дальше не пойдет. Всякое бывает, то есть великолепно. И вот эта же вот пемза, просто нажимаете, она тоже очень хорошо пилит, прям великолепно. И убирает весь ороговевший слой из пяточек и со всего. Великолепно. Вот я ее сейчас просто вот тут на кнопочку нажимаю, выкидываю и вот эту новенькую поставлю. Просто супер. Так, не той, наверное, стороной, а вот этой. О! О, ну это, конечно, намного погрубже. Ну, то есть все. Будем пилить. И пожертвую немножко своим ногтем, чтобы вы понимали, да? То есть она пилит, видите, аж летит. Она пилит даже ноготь идеально. Во, полетели на каточке. Просто, видите, спиливать на ура. Я кайфую от таких вещей, которые не надо там заряжать, еще что-то, батарейки заменил перед поездкой, и все. И на месяц, там, на полтора, на два хватает. В общем, кайфую, кайфую. Да, заказала две, потому что их долго не было в наличии, а мне надо их, просто вот очень надо в поездку с собой самое то брать, особенно когда ходишь в шлепах, начинаются вот эти все наросты, вот эта вот вся фигня, знаете, неприятная, да, из этих наростов на пятках кожи потом начинают сохнуть пятки, вот это все, зачем оно мне надо? Масло такое вот 5 мл антистресс, беру Викуське в диффузор или в увлажнитель, артикул 1296, тоже красота еще та, нравится. Эффект очень сильно нравится. Так, это у нас влажные салфетки универсальные. Для меня вещь незаменима, особенно когда я работаю, снимаю обзоры просто прям на ура. 305-50. Шикарные салфетки с антибактериальным эффектом, которые очищают все. Неважно, на кухне что-то подтереть, клавиатуру помыть за рабочим столом. Вот прям неважно, прям отлично чистят все на свете и ничего никогда не портят. Дальше, чистящая мусс-паста. Очень нам понравилась. Это вот нежнятина. Очень-очень нам понравилась. И ну, сейчас увидите ее вот тут в действии. Я могу вам сказать, что великолепная прям такая вещь, которая, ну, даже не знаю, что порой как-то без нее жила, потому что она прям идет как универсалочка такая, да. Артикул у нее 333. При высыхании паста сохраняет свои свойства. В случае высыхания можно добавить просто немножечко воды. Функционал у нее прям мультифункционал, как вы понимаете. Вот мультидействие. Она быстро и эффективно удаляет стойкие загрязнения и мягко полирует, очищает засохший жир, нагар, ржавчину, известковые мыльные налеты, и у нее экономичный расход. Действительно так, пользуемся с превеликим удовольствием, причем поверхности особо не выбираем. Двери, подоконник, индукционная плита, микроволновка, то есть все подряд можно чистить без разбора. Так, дальше, да, дальше у нас идут такие вот салфетки, ловушки для защиты одежды от окрашивания на 20 стирок, артикул 308-44, очень давно их использую и могу вам сказать, что мне не нравятся. Не знаю, мне писали уже прям некоторые гневные комментарии, что вот вы посоветовали, они там у нас застряли. Честно, у меня они ни разу ни в одной машинке нигде не застревали. И мне кажется, что от цены машинки это абсолютно не зависит. Это просто вот такие вот салфеточки. Они идут как вот с носовой платок, может, у детей, может, даже чуть побольше. И как бы, ну, сложно такую вещь заставить застрять где-то в сливной какой-то штуке, потому что они, ну, не маленькие, чтобы вот так взять и застрять. Я понимаю, там чего-нибудь там стразинки-бусинки, ну, еще поверю, ну, чтобы вот такая здоровенная салфетка так с легкостью может застрять и носок какой-нибудь детский, и с легкостью может застрять, ну, я не знаю, носовой платочек. Ну, это просто вот мне кажется, что нужно смотреть, наблюдать, если уж вы не достали эту салфетку, ну, посмотреть, может, она, правда, открыть там, почистить вот этот вот сливное вот эту штуку. Но на самом деле мне ни разу ничего не застревала. Я очень рада, что они вообще появились в компании Faberlic, а то я их заказывала в другом месте. Далее, с артикулом 910-496 заказала 3 чайника. 3. Почему? Потому что бывает много гостей, одного не хватает, а заварку делать, потом разбавлять водой, ну его нафиг, это уже прошлый век. Поэтому заказала такой вот Тиарот чайник заварочный. Очень мне он понравился. Материал у него идет боросиликатное стекло, нержавеющая сталь и ПП. Объем 1,5 литра. Высота 16 сантиметров. Все здорово. Да, все здорово, все классно. Поэтому давайте с вами его вместе посмотрим. Я его как-то раз заказала по VIP-новинкам. Ну и, честно скажу, я в него влюбилась.
просто влюбилась, потому что невероятно удобно, красиво, функционально, докопаться не до чего. Тут идет леечка, сюда вы, значит, засыпаете, оно все открывается и достается довольно-таки комфортненько, да, вот посмотрите. То есть все это можно мыть в посудомойке, никаких у меня проблем нету. Сюда вы насыпаете чаечек, например, да, вот 1-2 ложечки, и на 1,5 литра завариваете, и уже пьете готовый чай, а можно сделать и заварку, в принципе, да, кому как хочется, кому как нравится. То есть после посудомойки собрали, никогда никаких налетов нет, очень легко всем этим делом получается пользоваться. То есть как бы нареканий к продукту, ну, никакого нету, поэтому я заказала еще побольше, потому что, ну, прям супер класс. То есть вот поставили, тут вот дырку сделали, чтобы у вас именно вот тут вот дырка была, с леечкой совпадала, чтобы вы наклонили, и у вас где-то не в боку там лилось, да, а вот именно с этой леечки, и проблем не будет. У меня просто один раз в бок. Тут есть кнопочка, открыли-закрыли, то есть не надо там вот так там подковыривать и пальцами туда лезть. Потом сложили в посудомойку и забыли. Потом достали из посудомойки. Вот, я очень люблю чай пить, да, зеленый, черный, в принципе, любой, да, каркаде люблю тоже, я все чаи люблю. Я такой человек, вообще люблю чай. Допустим, там каркаде еще что-то там заварила, да, мыть потом неохота, а хочется там черного, да, на ужин чая. Взяла, разобрала, в посудомойку кинула и заварила в другом чайнике. Тоже удобно, когда чайника два, и не надо там руками ползать мыть, я уже человек разбалованный посудомоечной машиной. Вот, как бы так. Ну что ж, первая коробочка моего заказа все, скоро будет вторая.